со дня создания ЛДПР нас обвиняли. Какая вы либеральная партия? Какая вы демократическая партия? Я им говорил, у нас другие представления. Так вот, во внешней политике нужно дать оценку, что не должно быть таких понятий, как дружба народов. Надо понять, что во внешней, в международных отношениях только холодный расчет. Вот когда кнут, жандармы идут, спецназ идет, вот тогда они молчат. И не дернется никто никогда. Кто сегодня нам портит кровь? Меркель, Ангела Меркель. Она главный инструмент Евросоюза, НАТО. И сегодня из-за нее у нас с вами и санкции, и все остальное. Поэтому надо сжечь весь Париж. Зачем штурмовать Берлин? Бомбить всю Германию. С аэродромов России бомбить всю Германию, чтобы ничего не осталось. Ни одного камня, ни одного немца. Вот тогда страна победитель. Подобрее друг другу. Мы здесь не враги.